a smile upon your face. Ну, привет, Гриша. Чтобы вы понимали, вот так я собираюсь на 5 дней. Очень интересный момент, когда вы прилетаете в Афины. Здесь такой сервис такси получается, что за 38 евро, это flat rate, то есть не меняющаяся цена, за 38 евро вы можете из аэропорта уехать в центр города. И это очень здорово, что не нужно ехать на всяких транспортах с пересадками, с багажом. Так что пользуйтесь советом и берите такси. Добро пожаловать в нашу квартирку на ближайшие 2 дня. Тут, правда, уже наши чемоданы, немножко вещи, но здесь так здорово. Столько всяких разных объектиков интересных. Очень красивые кресла, стол. Ну, вообще, в принципе, так стильно сделана квартира. Вот это мой чемодан, а это такой местный шкафчик. Он такой крутой, я бы его взяла отсюда и увезла себе домой, потому что он слишком классный. Вы видите, что все так сделано очень интересно. Я не скажу, что супер-супер стильно, но очень даже ничего. Да, это я там в зеркале. Так, дальше. У нас есть потрясающая совершенно терраса. Она не супер красивая, как вся остальная квартира, но зато тут открывается невероятный вид. Так красиво. И мы живем в 5 минутах пешком от Акрополя. Так, пошлите назад внутрь, и я вам еще покажу остальные комнаты. Еще один такой классный очень шкафчик с ящичками. Супер древний телефон. Медный. Кухня. Тоже вот этот шкафчик очень интересный на кухне. Много всякой мелочевки, которую я прям пофотографировала бы. Здесь у нас спальня. Привет, Амора. Еще шкафчики. Вот календарь, это, я думаю, ни к чему. Но подставка у него красивая. Здесь большие окна тоже с видами на город. В ванной ничего интересного. Душ выложенный плиточкой. Да, а тут такая еще сидушка интересная. Это я не видела. Я вам еще что не рассказала, как здесь включается горячая вода. Это что-то. Я с таким не сталкивалась ни разу. Чтобы принять теплый душ, нужно включить горячую воду. Подождать полчаса. Через полчаса нужно выключить эту кнопочку и пойти принимать душ. И можно принять только один душ на это количество воды. И самое интересное, что если вы забудете выключить эту кнопочку, то вас как бы ударит током, как только встанете под воду. Такие вот у нас тут веселости. А еще у нас прямо в квартире есть камин. Самый настоящий камин. Круто. Еще кресло увезла бы я с собой. Все вот эти кресла. Они все очень классные. Ребят, я вам должна кое-что рассказать. Мы живем на 5-м этаже. На 5-м. Ну, почему он не фокусируется? Не фокусируется, не фокусируется. Не фокусируется. Может, внизу зафокусируется? Мы, наконец-то, выбрались из логова и направляемся кушать. Я голодная, как черт просто. Я сегодня поела только завтрак во сколько? Наверное, часов в 9 утра в аэропорту. Я выпила кофе, сок и круассан, и все. А время часов 6 вечера, я очень хочу есть. По отзывам мы нашли это местечко. Пока что не знаю, вкусно-невкусно, но не сказала бы, что выглядит многообещающе. Цены супер низкие, как вы видите. Но эти вообще низкие цены, но тут прям совсем низкие. Ну, сейчас посмотрим. По отзывам он в первой двадцатке по всем Афинам, а это больше 1500 ресторанов. Вот
Расскажу вам, что это за место. Поначалу, когда мы зашли, я себя почувствовала немножко как в школьной столовке, потому что все блюда дня, они уже заранее приготовлены, они стоят под стеклом, то есть там все теплое, но как бы не вот тебе сразу приготовленное. Ну, конечно, цена что-то предвещала. Но помимо этого есть меню обычное. Я так понимаю, готовит это в данный момент. Я заказала себе цадзики. Это, если я не ошибаюсь, огурец с домашним греческим йогуртом и чесноком. Потом я заказала на гриле фета-чиз, фета-сыр острый. И, по-моему, мусаку. А Федерико взял себе... Он даже не помнит, что он взял, поэтому буду показывать. У меня самый крутой стаканчик на свете. Вы когда-нибудь видели такой стаканчик вина? На самом деле, этот кувшинчик, конечно, нужно разливать в бокальчики в маленькие, но мне он нравится так, я бы так и пила. Это мне принесли цадзики. Это, ну, как я вам уже сказала, огурец с йогуртом и чесноком. Вот это странная колбаса. Это сырный пирог. Я не знаю, что это. Сейчас будем пробовать. Цадзики, кстати, был сумасшедше вкусный. Так вкусно, что я забыла вам показать. У меня сыр фета на гриле, но почему-то мне кажется, что он был в духовке или же он был на гриле в фольге. Он острый, с острыми перчиками и разными специями. Безумно вкусно. У Федерико сардины с каким-то овощным соусом. Тоже очень вкусно, я уже попробовала. А вот эта сырная колбаса оказалась классной штукой. Внутри фета-чиз, он так, что же я его чиз называю? Внутри фета-сыр, он такой мягенький, как будто расплавленный немножко. И вокруг такое слоеное тесто. В общем, пока мы поели, на улице стемнело, и сегодня мы толком Афин не увидели. Правда, мы сейчас гуляем, тут красота. Но я вам хочу рассказать про ресторан, потому что были смешанные чувства, и я должна сделать какой-то вывод, подытожить. Мне кажется, прелесть вообще влога в том, что вы видите мои живые эмоции. Я прихожу в первый раз в какое-то место и говорю свои первые впечатления, и говорю в итоге, на самом деле, как оно было. И когда я зашла, я думала, что за ужас, и что вообще мы зря туда пошли, и надо бы в какое-нибудь другое место пойти. Но когда мы скушали первое, второе, третье и бесплатный десерт, который был очень вкусный, это был апельсиновый пирог, очень такой медовым сиропом пропитанный, очень вкусно. И я поняла, что... Я понимаю, за что у него несколько тысяч рецензий на TripAdvisor, почему он в первой двадцатке по Афинам. Ребята, это безумно вкусно, реально традиционная кухня, очень классная. И всем советую сходить, мы за двоих по 3 блюда взяли, отдали 20 евро с вином, водой и всем остальным. Поэтому, если вы за вкусную еду и экономичный отдых, то идите туда. Я внизу оставлю, как называется. Fear is an imposter. When you look at me this way, I find it hard to not give in. Aia! Che mi guarda? Ma che mi guarda così forte? Aia! Мне больно. Варда. Как за собачьей, Луи, а? Челка. Там вдалеке виднеется Акрополь. Ребят, это была любовь с первого взгляда. Я самая счастливая девочка на свете, и мне не пришлось тратить на них 200 евро. Наша хозяйка, даже не хозяйка, а девочка, которая передавала нам квартиру, посоветовала этот бар. Жалко, что на видео все мигает. На самом деле все стены от потолка до пола заставлены бутылками с цветными напитками. На самом деле они не мигают, ребят. Это меню напитков. Здесь это бар. Здесь только-только коктейли. Это ликеры. Смотрите на страницу ликеров.
Листаем дальше. Ликеры, бренди, пиво, абсент. Пошли коктейли. Всякие-всякие разные традиционные греческие коктейли. Но я выбрала себе вот это. В состав этого коктейля входит их местный ликер, сухое газированное вино и пятизвездочный бренди, который делают тоже здесь. Я решила не останавливаться на достигнутом, раз уж первый день отдыха-работы, это называется full moon. Ребят, тут лифт просто сумасшедший. Вы представляете, что здесь нет никакой двери, ничего. И если я поставлю сюда палец, я буду трогать эти двери. Боже мой, эти стенки, двери между этажами. Просто ничего не отделяет от едущего лифта и тебя. И это на самом деле страшно. Первый раз вообще пугает. Второй уже лучше. И на этой прекрасной ноте я с вами на сегодня прощаюсь. Увидимся завтра. Пока-пока.